Всем привет-привет! Сегодня у меня такой день, что-то какой-то, знаете, я хотела сначала посадить ахименосы и повесить их на свое место вот сюда вот, да? Но, блин, пришла на балкон, говорю, надо вынести цветочки, полить, во-первых, их надо здесь на балконе, да, которые вот у меня здесь стоят, и кое-что вынести. В общем, поставила туда хойку к моим рожкам. Что там у меня? Герань. Там у меня еще одна хойка стоит. Видно? Вот так. Этот здесь вот всю зиму простоял. Вот этот красавчик. Бегонию там оставлю. Я ее чикну только, наверное. И там хойка. Еще какой-то горшок там. Герань. Выживет, не выживет, посмотрим. Потом мне надо вот это вот, как оно называется-то, вот это вот, надо мне почикать и подсадить в этот же горшочек, подсадить. Так, что у меня тут еще? Тут у меня почти всю зиму провисел, да, монстерка. Не знаю, чикнуть ее, не чикнуть, вот так вот. Ту я вроде прикопала. Что-то как-то она только с одного. Вот здесь-то я ей. Так вот. Ну, как-то. Посмотрим, в общем. Ладно. Так. И здесь я составлю лимоны. Наверное, цитрусовые свои здесь составлю. Так, здесь у меня на свое место переехала уже моя монстерочка Альба. Вот она у меня, да? Что еще я сделала здесь? Этот всю зиму провисел тут. Даже его не забирала. Дисхидия на место приехала. Приехала у меня сюда бегошка. О, наверное, не видно. Вот такая вот бегошка. Black Mamba. Почему-то она вот такая вот мелкая стала. А лист должен быть вот такой вот. Поэтому она у меня переехала сюда. Ага. И вытащила я занавеску. Наверное, зря, конечно. Но вытащила я ее, она у меня стояла под пенопластом, под горшками. Да? И закрывала там окно от солнца. Там стояло. И цветы были здесь. Видны были. Вот. Сейчас сделала вот так вот сверху занавеску, потому что мне ее надо будет постирать, снять. И получается цветы. Я думаю, пока солнце не яркое, не особо такое сжигательное, поэтому пускай пока так побудут, да? Вот. Как-то так вот я поставила. Здесь у меня что? Начинается. Этот джангл-буги. Джангл-буги? Правильно я назвала его? Да, это джангл-буги. На место повесила. Сюда опять повесила эту же хоечку, которая здесь висела. Здесь повесила деточек-хоечек. Ну, здесь будут еще калерии. Ой, калерии, господи, как они? Ахименосы, господи. Сейчас смотрела Альбину с калериями. Как она пересаживала. И вот у меня это. Калерии. Так. Вот этот вот, не знаю, что с ним делать. Почему-то он у меня сохнет. Он, не знаю я, что с ним делать. Что ему хочется. И как вообще. Я его не, уже куда только... Сейчас я вытащу его. Куда только я его не ставила. Куда только я его не совала. Он, блин, почему-то скидывает свои вот эти вот... Все скидывает. Здесь прохладней. Здесь-то вроде. Ну, блин, не знаю, что ему надо. Не могу понять. Так, здесь марниера никак у меня не разрастется. Уже какой год пошел. Никак. Не знаю, что ей нужно, что и как ей надо. Так, этот вроде тут, который у меня приращивался здесь вот, был прирост. И я его чикнула потом от мамки. Вроде так ничего. Как бы. Так. Здесь вот это эпиплениум с... салатовой варигатностью, то есть он к нему надо приглядываться, чтобы видно было варигатность.
Я думаю, что... Нет, как-то надо... Там, чтобы солнышко было. Ну, вот так вот видно, я думаю. Один лесочек попортился какой-то. Он у меня тоже пробыл всю зиму здесь. И я его не затаскивала, не заносила. Вот этот вот я не заносила в надежде на то, что он меня зацветет. Не заносила. Какой тоненький стал. Так, что еще я не заносила? Ну, вот этот вот мамку, вот этого, который, где он? Вот, который чикнули. Вот он, мамка его. Не хочет мне листьями обрастать. Вот только два листочка, потому что здесь холодно. Почему-то ей нравится, когда холодно. Два листочка вот она выдала. И я ее еще вот тут вот опять положила и вот пришпилила. А должен он быть, сейчас скажу. Фишбон. Это фишбон стоит. А он у меня должен быть какой? Нет, я вам не покажу, потому что этот скелетон тоже какой-то не скелетонистый еще. Так, здесь папоротничек. Хоюшка висит. Какая хоюшка у меня тут висит? Сейчас мы найдем. Скажу, кентиниана висит тут у меня. Здесь у меня в этот раз висит багор, по-моему. Хоечка. Ой-ой-ой. Так, enjoy. А вот это вот опять мне надо подстричь ее. Тоже надо подстричь, туда подпихать, чтобы пускай она там будет. Вот, как-то так. Ну и сюда переехали. Этот на место на свое опять приехал. В надежде у меня, что он будет листики розовые все-таки давать, как должны быть, да? Потом, что? Это что? Ой! Это что? Ахинаидес. Ахинаидес надо куда-то... Их надо полить еще. Сначала полью, потом куда-то пристрою. Вот ретуска моя что-то дохнет. Что-то ей не нравится. Надо ее снять. Вот это все, вот это прямо подрать придется. Не ободрать, а обрезать. Получится вот здесь почеренковать, нет? Надеюсь, что получится. Так, что у нас дальше? Что-то у нас творится. Оглашечки тут. Красоточки. Это, скажите, как? Камфелия. Так. Ну, еще не все сюда переехало. Сюда переехала только часть. Переехала сюда эти алакашки, потому что им в жаре им плохо. Плохо им в жаре. Им очень плохо. Сейчас тоже уберу, чтобы не мешалось. Я на низ не смотрите. Там у меня закатки. Закрутки, закатки, все такое прочее. Вот. Вот такие вот у меня здесь. Как-то им очень жарко. Так, ну и тут у меня там светит мой прожектор, поэтому у меня такая фигня тут и получается, да? Нехорошая. Так, вот этот вот надо повесить на окно обратно. И вот этот, я думаю, повесить. Как, ну, а тогда я не знаю, куда мне делать весь вешать ахименосы. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну, в общем, у меня сегодня вот так вот. Еще у меня по плану. Сейчас покажу, что. По плану у меня еще разобрать вот здесь вот. Вот здесь вот разобрать. Здесь укореняется кое-что. Надо посмотреть, что укоренилось. Разобрать здесь что-то, вытащить на балкон. Тоже, чтобы пускай там будет, да? Вот. Что-то посмотреть, что укоренилось. Это криптрандусы укореняются там у меня. Ну, в общем, вот эту часть у меня по плану. Вот эта часть. Так. Тут
эту вот часть у меня по плану. И вернуть на место мне надо сегодня лаказии. Вот сюда вот. Я их забрала для опрыскивания. Опрыскивала я их. Потому что мне показалось, там клещ на них. Что-то стали скручиваться. Вот. Я их забирала. Так что вот так вот. И что-нибудь сюда надо поставить, наверное. Я так думаю, что она пустая стоит. Да? Надо забрать. Разобрать. У меня в пакетике висят хорошо очень. Они. Здесь у меня диаскорея. Вот она всю зиму вот с одним ушла в спячку, потом выпустил этот один листик, и он всю зиму у нее так проторчал. Один листик. Ни туда, ни сюда. Так, что еще вам показать? Что еще, что еще? Вот этой вот бегошке хочу чикнуть голову, если получится у меня, Дмитрию этому. Вот, вот здесь вот, думаю, я вот здесь вот так вот чикнуть. Чикнуть хочу так вот. Вот залезть мне надо обязательно в тепли, вот в эти пакетики сегодня обязательно посмотреть надо, обязательно надо будет. Ой, рыбешки, я им с той стороны свет сделала, чтобы они светлее им было, то им мало. Вон они, кайф ловят от воздуха. А вон там он, этот сом большой, самец. Ну вот, как-то так. Вот мое чудо. Он уже уперся, его надо как-то приучать уже к этому. Вот это вот чудо. Вот это вот. Его надо вытаскивать, как-то приучать потихонечку уже к воздуху. Не знаю как. Так мне за него прям страшно, страшно, страшно. Вот. Ну вот так вот. Дальше не полезу. Пускай пока так. А, еще хочу бугенвилии вот эти вот вытащить. Тоже на балкон. Вот эти вот бугенвилии. На балкон хочу вытащить. Надеюсь, им понравится там. Точно. Вот. Ну вот как-то так. Манки я так и не порезала. Так у меня руки и не дошли ее порезать, все никак. Ну, я думаю, еще время предостаточно, еще в феврале можно будет резать, в марте еще можно будет резать. Все порежем, все порежем, в общем, все почикаем. Все будет у нас, все сделаем, я так думаю, да? Вот. И ну, вот эту вот я немножко пообрывала пелетонию. Да, немножко я ее почикала, ее косы. А то они уже прям вот так вот плелись. Вот я ее немножко почикала. Вот. Поставила куреняшечки. Ну вот так вот у меня. Пока. Вот это на сегодня у меня фонд работы. С цветами. Вот, как-то так. Ну все. Пошла я делать. Всем пока-пока. Счастья, здоровья. Не болейте. Целую, обнимаю.